Народ, всем привет! Автомобиль Kia Ceed 2014 года, то есть 9 лет ей уже. И на момент этого 9-летия происходит какая-то ерунда с ручками воздуховодов, они по очереди все ломаются. Смотрите, что я имею в виду. Вот эта вот ручка, у нее сзади там есть такая скоба, которая удерживает ее, не дает ей выпасть. И вот этот пластик, он просто разрушается. Сейчас попробую показать. Вот там внутри. Вот видите, там. Ну, в общем, этого пластика там уже нету. Он отвалился с правой стороны. Слева еще усики держит. Ну и, собственно, вот эта штука рискует просто отвалиться. Как видите, здесь у меня уже работает стяжечка, которая удерживает. Да, колхоз, знаю, что поделаешь. С левой стороны уже тоже установлена стяжечка. Сейчас и сюда будем ставить. Вот, смотрите, эту стяжечку я сначала заворачиваю вот так уголком. Но на самом деле не так-то просто ее вытащить, то есть так она полностью не вылазит. Поэтому я использую вторую стяжку и делаю из нее просто вот такую петлю. Я ее так сверху засовываю, и получается, встречаю там этот кончик и высовываю его на себя. Сейчас покажу. Вот петлю я вставил и теперь подсовываю снизу крючок. Готово. И теперь тянем на себя. Вот такая красота в кавычках получается. Ну, зато будет держаться, потому что вот на этом крепеже я помучился, у меня вообще он отвалился, задняя часть свалилась туда в воздуховод, очень долго я вынимал ее. Ну, теперь уже сделаю все по накатанной. Сейчас отрежем, все будет норм.